Я очередная посылка из Китая, открываю. Так вот в такую вот коробочке попытки завернуто все. Значит, фирма Anxwell. Значит, чем примечательна данная фирма? Смотрите, 8 гигабайт, 1666 МГц. Значит, на основа память Micron. Чем, значит, эта память примечательна? Значит, она дешевая, штука 200, а если со скидками, то может там даже быть штука, почти штука, выйти вам по деньгам. Ну и память разогнанная. Сами чипы являются, почему она дешевая такая, сами чипы являются отбраковкой на фирме Micron, на компании. Так, ставим пока ее сюда. Поэтому она недорогая, дешевая. А я хотел добавить, чтобы у меня было две. Включаем. Чудо! Все работает. Так, вот я первую поставил, у меня есть еще тоже по 8 гигабайт, 4 такие же плашки. Все ставим. Поставлю все 4. Кстати, эта материнка поддерживает максимум 32 гига. Ну, то есть 4 плашки по 8 на частоте 1866. Это максимальная частота этой материнки. Ну, то есть все будет по максимуму. Так, ну и зажигаем. Пошло, все заработало. Так, сейчас сразу же в BIOS покажу вам, что мы увидим. Так, зашел. Значит, и мы видим объем памяти 32 гигабайта DDR 1600 ТРМ-ТРМ. Расширенный режим пошли. И вот на такой частоте она работает. Здесь у меня все стоит на авто. Ну, то есть, сама она, я ничего не раскачиваю, ничего не распедаливаю, то есть все стоит на авто. Вольтаж, все дела. Так, нажимаем выход. А он не нажимает. А, отмените изменения и выйти. Все, сейчас смотрим, что у нас будет в винде. Давайте обиду я запущу сразу. Ну и по стариночке. Посмотрим здесь, в диспетчере задач. Так, память 31,9, 933 Гц. Ну, умножаем на 2, получаем, соответственно, сколько-то там, 1866 как раз таки, да? Память работает нормально, мы видим. Так, AIDA. AIDA. Звук, чтобы всем все было понятно и видно. Значит, сначала мы заходим в сервис и вот это AIDA Book. И здесь нам сейчас показывает тайминги 10.10.10.32 966 рабочая частота. Отлично, то что нам надо. А теперь мы делаем ему краш-тест. Сервис, тест стабильности системы. Здесь компьютер, память, ТРМ-ПРМ. И нажимаем старт. Значит, проработать должно не меньше там 10 минут. В режиме вот полная загрузка. Но я уже проверял, народ, я не буду вам показывать. Реально все работает, все стабильно, без всяких проблем. Ничего не глючит. Так что рекомендую к приобретению данную память. Кстати, у меня процессор Athlon. Ну, соответственно, A3 плюс, по-моему. Вот. Приобретайте, наслаждайтесь. Всем спасибо, всем пока. Ссылка на память в описании.